Меня зовут Маша, и у нас сегодня гость. Рассказывай, как тебя зовут? Ульяна. Ульяна, сколько тебе лет? 8. 8 лет, ты уже такая большая. В школу, наверное, ходишь? Во второй класс пойду. Молодец. Ульяшка, пожалуйста, расскажи, а у тебя есть твое любимое увлечение? Чем ты любишь больше всего заниматься? Я люблю играть со своими подругами в куклы Monster High. Ты всех кукол знаешь? Половину знаешь. А расскажи мне, пожалуйста, где мы сейчас находимся с тобой? Мы сейчас находимся на коттедже, где очень много цветов. Лилии, розочки. А еще что растет? Тут еще растут одуванчики, много там. И ромашки. И ромашки. А что-нибудь растет из фруктов? Или ягод, может быть, или овощей? Растет горох, но это не фрукт. А что горох? Горох очень вкусный, и там растет, не знаю, огурцы, помидоры. Это что, овощи? Да, это овощи. Правильно, молодец. Ягодки растут, клубника. Ну, молодец, столько всего много, да, растет? А ты знаешь, как за ними ухаживать нужно? Не знаешь? А может быть, их, наверное, нужно поливать? Да, поливать, да. А травку нужно оттуда вырывать? Сорняки? Да. Я люблю наблюдать за бабочками, как они на меня садятся. Я люблю ездить. Ой, здорово. Ты любишь ездить? А на чем ты любишь ездить? На велосипеде, который есть. А можешь ты нам показать, как ты умеешь кататься на велосипеде? Да. Давайте мы сейчас посмотрим, как Ульянка любит кататься на велосипеде. Вот Ульяна у нас катается на велосипеде. Но на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал Маша и Илья лучшие друзья. Ставьте пальцы вверх. Пока!